Да что не надо, ну просто не хочу мучиться. А ну барак, там абатура нету. Ну ладно, еще терпимо. Тираэль, Утр, Фалстат, Фурион, а ну барак. Кстати, тоже. Но там Фалстат есть. Битва начнется через 10 секунд. Так, Кар наносит героям 5, больше 4, урона. 3, 2, 1. Дайте волю гневу дракона. Иди, блин, щит поставил. Не теряй веры. Пусть будет кара. Я должен действовать. Древние святилища вновь открыты. Обретите власть над ними и освободите рыцаря дракона. Наше время на исходе. Зло будет уничтожено. Твои раны серьезнее, чем ты думаешь. Скорее, захватите святилище и обретите силу дракона. Без промедления. Засверните правосудие. У меня мало маны. Первая кровь. Вот результат твоего несовершенства. Гад убил. Нет маны. Так, что я делал? Эффективность исцеления повышает. Теперь меня хорошо хилит. Маны я пока тратить не буду. Отлично, все. Можно отступить. Я взял взрывающийся щит. Я не знаю, круто это или нет. Наконец-то. Так, тут каких-то боссов нам привели. Порядок, хаос.
нас ждет вечность. Драконы вновь обретут. Что, мы там сделали что-нибудь, я не понял. У меня просто такое напряжение тут на лайне. Я привнесу порядок в хаос. Понятно. Должен действовать. Не теряй веры. Не хватает дамаги его заковырять. Ого. Конечно. Рано, я думал, они сюда пойдут. Вот теперь вопрос. Бросок к цели. Да, бросок к цели сделаем. Нам дамаг нужен, там танк многовато. Святилище накапливают энергию. Заключенный в камень рыцарь-дракон взывает к вам. Понятно. Мы должны захватить... Прими погибель от алтруизма. Противник убит. Тебе конец. Ух, сколько вас тут. Понеслась, парни. Мы побеждаем, кто-то говорит. Укажи мне путь. Вот это сейчас мы там замес классный устроили. Ой-ой-ой. Все, труп. Моя серия убийств прервана. Как они неожиданно заскочили. Угу, ждал. Ну как круто, когда постоянно кто-то подходит. Ванек. Во, выталкивание противников. Вот это вообще супер. Справедливость вновь пришла в мир. Наше время на исходе. Весь он борзанул на него. Так. Без промедления. Славно. Видишь, какие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, щит. Блин, ну сколько контроля, а. А это что ты делаешь? Зачем ты здесь осталась? Господи, боже мой, ну что за рак, а? Оставьте лишь руины. Ладно, ребята, зря время не теряли. Распушили там все, что можно.
Ребята, я еду к вам. Нас ждет вечность. Господи, еще уменьшение дал. Где все наши-то? Господи, боже мой, убивают. И что, а где наши-то? Я с троими сражался, они здесь четвером с двоими. И что? Жесть какая-то, жесть. Начинается. Почему во всех играх начало нормальное, посередине начинается какая-то херня постоянно? Этот куда-то что-то как-то... Блин, и все рачат почему-то. Правосудие превозмогает смерть. Атаки. Время на исходе. И вырождение. Потеряли форт, герои. Кто-то что-то захватил. Укажи мне путь. Форт разрушен. Конечно. Враги обратятся в пепел. Не люблю стенки. Я должен действовать. Жесть. Просто навалились и убили. Парень не уйдет, чувствую. Да. Просто в никуда дракон. Я не знаю, зачем туда пошел. Вот честно, не знаю. Ну, надо было подождать, потерпеть. Без промедления. Может, я что-то с ним сделал, он не бьет. Ну вот, теперь они уже впереди. И очень легко и просто. Ребят, что происходит-то? А эти стоят криповые. Ясно. Ну вот видите, какие игры. Вот мы вдвоем с этим стояли, там нагибали, играли нормально все. Блин, да подошли вот эти вот все остальные. Все, слив. Уже у них дикий перекач. Ну что делать с ними? Вы потеряли форт, герои. Вот что она творит? Куда он бежит? Его сейчас изнасилуют там и все. Нас ждет вечность. Захватите святилище, чтобы обрести мою силу.
Долго мне одному с ним разбираться? Освободи дракона. Выпусти его силу. Да. Это было довольно интересно. Тимплей баснословный. Еще одна серия убийств прервана. Ага. Вот. Они нам сейчас всю базу снесут. Ну тут, понимаете, игра тимплея все-таки, да. Вдвоем мы с этим нормальный тимплей. Да. Остальные подошли, тимплеить не могут. То игра срана сразу. Моментально. Что-то там в корни в какие-то посадили. Ну и чё? Он летает быстрее меня, я знаю. Да бред. Ну тупо из-за того, что он дальник, а я милишник. Я так и думал. Ну это уже так. Насрать, как говорится. Никто не пошел добить, это просто жесть. Саппорты с саппортами бегают, играют. Святилище вновь открыты. Кому же удастся получить силу рыцаря дракона? Ну, где же движух? Справедливость вновь пришла в мир. Я должен действовать. Дракон пробудился. Время обрести его силу. Победа со мной. Понятно. Я привнесу порядок. Укажи мне. Блин, фига себе, вы видите, что ли? Как-то всем насрать почему-то. Ну я уже сдался. Ну их нахуй. Ну ребята, противники, они реально достойны победы. Тут побеждают.
Наши слегка, конечно, что-то не так делают. Надоело что-то фигней страдать. Странно у них. А ну барак, вроде бы танк, но больше всего умирал. Двойное убийство. Я победитель. Ну, нормально ворвался. Конечно. Ворвался, так ворвался. Наконец-то. Ох, ты же за блинком, гад. Опять я один остался. Да что ж такое-то? Ну зачем они танком-то дерутся? Убогие, елки-палки. Ну зачем они с танком дерутся? Господи, боже мой. Да что ж за лоси-то, а? Ну и все, это GG. Жесть, просто жесть. Все нормально вроде бы идет. Нет. Вот они всю игру бьют танком. Всю игру его бьют. Я не знаю, что это там за мания такая, убийство танков. Когда все дамагеры вокруг живы, саппорты живы и бьют их. Но вот, к сожалению, вот такая вот у нас братья попалась. Здесь уже ничего не сделать. Не теряй веры. Враг уничтожил крепость. Замечательно. Долбаные сраные корни. Что за сайленс нахрен? Без промедления. Смертельный удар. Враг атакует цитадель. Нас ждет вечность. Жесть какая-то происходит, вообще сумасшедшая. Пипец.
столько контроля, что я даже ничего прокастить не смог. Я пытался кастануть ульту в их ангела и не смог. Почему наши контроль не дают? Почему их контроль все время дают? Ну что за бред? Я в шоке. Ладно. Ну, ребята реально сильнее намного играют по тимплею, поэтому молодцы. Были у них, конечно, ошибки какие-то, но по тимплею молодцы, супер. Не то, что наши. Не босс не бьют. Тоже уже могли бы два раза снести базу. Чего мучаются вот? Ну, ух ты! Твою мать! И он ни разу не дал героизм! Вы что, издеваетесь, что ли? Он героизм дал один раз за весь, за всю игру. Жесть. А я думаю, странно, что не хилит? Это жесть, ребята. Шаман, который дал героизм. Раз в жизни, хоть но дал. Он решил все-таки дать его. Молоток вообще, слушайте, такие больные вообще играют. Как так можно? Я в шоке. Я реально в шоке. О. Ну хоть четвертый уровень героя взял. То хорошо. Блин, героизм один раз за бой скастить, это круто. Что-то он насмешил на самом деле, просто вот на весь следующий день. Я теперь вспоминать это буду все время. Молоток, парень, вообще к успеху шел, долго терпел. Наконец-то прорвалось. Может быть, может быть, он просто случайно попал, долбил по всем кнопкам, которые мог попасть, случайно попал по ульте. Ладно, тимплей 0, да, действительно, это был нулевой тимплей. То есть у нас с Мулфурионом все было в порядке, но остальные херней валились полной. Ох.